Жители района Акжар-Плюс города Актобе просят помочь в решении вопросов, связанных с электроэнергией, водой и газом. Эти вопросы были озвучены в ходе личного приема граждан секретарем областного маслихата Мангельды Нугманова. От имени жителей обратились Жумарт Картбаев и Калихан Нургалиев. По их словам, большинство граждан подключены к близлежащим линиям электропередачи отдельно, но при этом соответствующие структуры отказываются обслуживать и ремонтировать линии в случае аварии. Кроме того, люди топят свои дома дровами, углем, а для забора воды идут к единственной колонке на окраине жилого района. Внимательно выслушав посетителей, секретарь маслихата направил депутатский запрос акиму города Актобе, заместителю акима области, курирующему данную сферу. Также руководство областного управления энергетики для повторного и более тщательного рассмотрения этих вопросов.